Самое доброе утро. Сегодня 16 марта 2013 год. Я опять приехала на этой на этот безумной красоты пляж. Вернее, это бэй, это залив. Это остров Сейнт-Мартин. Я была вчера здесь, вот там вот нудистский пляж. Я насмотрелась на голых тетенек и дяденек. Первый раз была на нудистском пляже. Люди ходят в купальниках, все нормально, никто не какой-то. Нет такого, что если голые, значит все должны быть голые. Все нормально. Прогулялась с удовольствием, посмотрела. Такие красивые загоревшие тела, даже такие женщины в возрасте, как бы с неправильными формами. Все равно, когда полностью покрыто тело загаром, смотрится все равно достаточно, ну, достаточно как бы приемлемо, что ли. Потому что когда оно белое, конечно, уже как бы и не тот, и не тот. Все не тот. Ладно. Цвет воды, еще раз повторяюсь, просто изумительный. Я уже искупалась на той стороне пляжа. Вот хочу пройтись пешочком. Вернее, я уже иду пешочком. Пол пляжа я уже прошла. Вот вижу канадский флаг. Развивается. Вот тут ребята играют. Это не волейбол, это теннис. Угу, там тоже теннис. Вот кто-то уже взвился на парашюте. Хотела поехать вот на тот вот остров. Вот он остров называется. Забыла, как он называется. Но туда ехать стоит $25. Но опять-таки цена меня не испугала. Меня испугало, что туда никто не едет. И я там могу быть одна. А ну-ка. Я была бы там одна? Нет, не была бы я там одна. Там кто-то есть. Ну, как-то вот что-то мне... Думаю, а заездили за мной туда такси. Если туда никто не едет в ту сторону, то никто не поедет в другую сторону. Поэтому думаю, нет, ладно. Как говорят, от добра добра не ищут. Такой обалденный пляж, такой невероятной красоты залив. И что мне уже ехать на тот остров с той стороны смотреть? Ладно. В следующий раз, когда я сюда приеду на Сейнт-Мартин, я уже поеду на тот пляж, но уже буду не одна. Наверное, с мужем, если он вообще когда-либо захочет ехать со мной. Потому что он вообще не любит вот такие вот путешествия на теплоходе в замкнутом пространстве. Это раз. Во-вторых, 7 дней для него это будет невыносимо. Без молотков, без пил, без дрели, ничего не строить. Ладно. Идем дальше. Вот такие хатынки покрытые листьями пальм. Вот пол тела раскрашено в катушке. Матик. Здорово так. Вторую половинку оставил для следующей жены. Первая половина признания в любви одной, вторая половина признания в любви другой. Такси вотер. А ну-ка. Парасал. Нет, парасал нет. Не для меня, я это. Не то, что я боюсь, но я не хочу рисковать. Не хочу рисковать эти парашюты. Она, конечно, кайфова, но мне лучше на земле, честно. Конечно, если пришлось бы, там мало ли заставила бы жизнь. Куда бы я на это делать, подвернулась. Конечно, я бы полетела на этом парашюте и даже прыгнула бы с парашютом. Но раз пока жизнь не заставляет, буду на земле. Бескрайние пляжи просто. Вот этот весь остров, можно представить себе, вот этот весь остров вот в таких вот заливах, вот в таких обалденных пляжах. Где-то поменьше пляж, где-то побольше. У нас это. Такая красота. Итак, мне нужно теж. Вот я вокруг все это обойду сегодня. Шляпу свою потеряла. Сейчас мне надо будет где-то остановиться, купить шляпу. Не могу прекратить снимать, потому что это нечто. Это нечто. Это действительно рай на земле. Так.
детский, карусель. Так, вот какое-то кафешка. Пойди что-то попить, что ли, там. Сейчас, куда-то я приду. А ну-ка. Мимо. Я ни разу не каталась вот на таких скутерах. Что-то тоже немножко побаиваюсь. Я сегодня тоже есть вдалеке. Массаж можно на пляже сделать. А тут, кстати, ходят прямо по пляжу женщины, предлагают массаж. Пока вы лежите на своем лежаке, вам делают массаж. Она на коленочке становится и пошла массажировать. Не знаю, правда, что это за массаж и сколько это стоит, но тем не менее. Какие цвета! Какие красивые цвета, невероятные тут. Я иду по воде. Так хорошо. Просто так хорошо. Так, надо где-то остановиться, так пойти искупаться. Все-таки я хочу сказать, здесь вот не та вода. Я, наверное, все-таки дальше не пойду, потому что я когда зашла только на этот остров, вот там, где нас такси высадило, вот там сразу заходишь, и там нет волн, и вода до такой степени прозрачная. Поэтому смысла туда нет уже идти, потому что тут, во-первых, далеко заходить, чтобы там все равно чистой воды нет, потому что волна баламутила немножко. Все, пошла тогда я назад. Пошла я назад. Откуда пришла, и там уже остановлюсь, и там уже буду купаться и загорать немножко. Все, пока. Это, как я сказала, остров Сейн-Мартин, Карибское море, Атлантический океан. 2 дня на теплоходе до Майами отсюда. Далековатенько. Ну, можно сказать, непосредственно в близости от Пуэрто-Рико и Доминиканы. Более-менее так. Далековато, конечно, но более-менее. Все, пока.